Друзья, здравствуйте! Вороне как-то Бог послал кусочек сыра. Вот и нам досталась целая упаковка гуманитарной помощи. Давайте посмотрим, что же там внутри. Я открыла коробок, и похоже, здесь украинская гуманитарка. Здесь у нас макароны. Так, смотрим дальше. Пачка соли. Бим-бом квасоли. Это у нас баночка кильки. Смотрим, что еще. Это баночка тушенки. Бим-бом свинина. Так. Это у нас, не знаю, как это называется, что это, хлебцы рисовые, чай с клубничкой, так, дальше, риса, пачка овсянки. Откладываем ее. Масло подсолнечное. Дальше сахар. Это печенье. Печенье Мария и гречка. Вот так нас снабжают в Харькове во время войны. В общем, умереть не дают. Нам хватает продуктов. Все, до скорых встреч!